Всем доброго утра. Так приятно после последних событий, что я не одна завтракаю, что мне есть кого позвать на завтрак. Да, у нас яичница. Я буду такую жидкую, а Гриша такую перемешанную. Перевернутую, перемешанную. Да. Так, я сейчас готовлю обед. У нас будет жареная картошка. Вот, а потом отвезу Гришу до родителей и поеду в Динскую. Сегодня мне нужно забирать. Ну, папа же все равно будет готовить. Зачем обед готовить? Нужно там по поводу участка, уже там что-то там одобрили. В общем, поеду все это узнавать. Буду жарить на сале. Потому что сало же надо куда-то девать. Жареную картошку на сале. Но сало я сейчас уберу, сейчас оно просто выжарится, и я его уберу, я его здесь не оставлю. Хотя это очень вкусно, но дети не поймут. Картошка жарится. Я сало уже достала. Вот. Пока не мешаю. Так, все, я в Динскую. Гришку завезла до родителей. Теперь поеду в Динскую. Я уже в Динской. Опять стою на светофоре. Не знаю, как сейчас буду искать место. Хотя мне вот в это вот здание на углу, которое... Но долго, наверное, сейчас здесь буду еще парковаться. Короче, припарковалась я непонятно где. Здесь банк. Здесь вот эта вот администрация. В общем, сейчас пойду в земельные отношения. Сказали только с паспортом, поэтому сейчас паспорт возьму и пойду. Вот, а потом, может быть, еще зайду на рынок, посмотрим, как дождь будет, потому что с Мышастовки прям дождь начался и еще капает. Дождь лупит вообще. Получила я постановление о постановке на учет. Все, теперь мы можем претендовать на участки в Динском районе, во всем районе, на сайте Динского района. Перечень всех участков возможных, которые, ну, администрация, да, выделяет, вот, там, с кадастровыми номерами, в общем, идти к ним. Если я хочу участок, могу получить в любой станице Динского района, и нужно к ним идти, подавать заявление, в общем, в этот земельные отношения, и будет нам счастье тогда. Если только я одна буду, которая подала заявление, то значит, участок будет нам. Если несколько человек, то участок отдается тому, у кого порядковый номер в очереди выше. Вот, так что вот все узнали. Сейчас буду пытаться выезжать. Тут вообще пипец. Что? Дождь тут вовсю лупит. Сейчас буду потихонечку выруливать. Та-да-да, мои покупки, ну, не только из Пятерочки. Так, это из люкса. Сыр на 60 рублей. Хочу готовить сегодня карбонару. Она будет с вот такой вот грудинкой. 130 рублей грудинка. Тоже из люкса. Чек из Пятерочки. Вот такое в Пятерочке купила пасхальное полотенце. Мне кажется, оно прям такое милейшее-милейшее. Сейчас там пасхальная тема вовсю. Мне из всего, что было представлено, понравились полотенца и наклейки. Формы сами для куличей мне показались дороговаты, бумажные, поэтому вот взяла полотенце. Красота. Так, дальше. Это тоже 49 рублей были сливки в Пятерочке. Главное смотреть на дату. Одни были до 24.07, а другие были до середины апреля, уже заканчивался срок годности. Так, это потом. Это тоже потом. Вот еще из Пятерочки наклеечки, которые мне понравились очень. Так, взяла две одинаковые вот такие вот. По-моему, очень милые, красивые, прям симпатяшки. И еще другие. Они тоже вот прям такие. Такие
Такие необычные какие-то, не знаю, мне очень нравятся, особенно вот эти вот яйца. Так, дальше. Два кофе, это из нашего чайков. Очень вкусные. Одну взяла французскую ваниль, а другой, это все ароматизированный, а другой, а вот миндаль. Все красиво упаковано, потому что мы зашли как-то до Олеси, когда приезжали в гости, зашли, у них там тоже что-то типа чайков. И когда девочка, вот я купила чая, да, 100 грамм, и когда она мне этот пакет вот так вот 150 раз завернула до низу, и вот здесь степлером на степлере так, что вот все здесь торчало крепками, я, конечно, была в шоке. Здесь же все запаялось, запаяно, то есть берешь и прям все приятно дарить. А когда вот этот степлер торчит и на подарок чай, то как-то не очень красиво. Так, еще одни сливки. Гулять так гулять. Ложка. Это тоже из нашего чайков. А сейчас там они по 60 рублей. В общем, с такой вот длинной ручкой должна быть такая ложка. У нас так, что еще купила? Кофе из пятерочки. Это Сержуни на утро иногда. Ну и в общем, и мне, может быть, когда будет лень варить. Вот, Бариллу была за 60, по-моему, рублей. Сколько тут она? Типа аж со скидкой была. Барилла, Барилла, Барилла. Я что-то не вижу ее. А, вот спагетти. Да, за 60. А, 54,90. Даже за 55 рублей это очень вкусные и выгодные спагетти. Так, ванильный сахар Доктор Эдкер. 10 пакетиков для куличей. И взяла вот такие вот птичье молоко. Что, поела я жареную картошку и будем продолжать заниматься делами, несмотря на погоду. Включила уже посудомойку, вот что-то забыла про нее, 2 дня даже мыла посуду руками. Вот, так что сейчас включила посудомойку, развешу вещи, которые постирались, до сих пор на батарее. Я, знаете, так обрадовалась, что вещи сохли на улице, вот когда было тепло, ну так, достаточно, да, относительно, когда было солнышко, и у нас даже в доме из-за этого появились мухи, то есть они уже на солнце повылетали, сели на белье, и я их вместе с бельем занесла. А сейчас дождь, все, мухи пропали, никого на улице. В станице разрыли дорогу по Красной, если честно, Красная центральная, ну, Красная и Советская, да, две улицы центральные. И Красная там настолько раздолбанная дорога, прям ничего другого сказать нельзя, потому что возле обочины вот эти выбоины прям очень большие. И я думала, что будут прям делать дорогу прям всю, но нет, по-моему, опять будет такой ремонт, хотя выдолбаны прям куски, но это, знаете, здесь сделали кусок, 3 метра не сделали, и опять сделали кусок, то есть как-то вот так вот будет дорога сделана. Ну, посмотрим, что будет. Думаю, все равно будет лучше, чем было. Так, готовлю карбонару, о которой я мечтала сегодня прям с утра. Бекон, ну, здесь у меня грудка, да, грудинка вот с луком обжаривается без масла. Капельку сначала добавила, чтобы уж совсем грудка тут не пригорела, потому что она была достаточно нежирная. Ну, жирок был, но не так, чтобы. Лук. Здесь уже вода на спагетти. Обожаю спагетти Барилла. Буду варить их сегодня именно их. Так, этот сыр добавлю прямо в соус этот, а этот сыр в тарелку и сливки. Я когда-то уже делала один разок карбонару. Не помню, я яйцо добавляла или нет. Ну, короче, сливки я буду добавлять прям все, потому что мне тогда показалось суховато, и хочется, чтобы было побольше водички. Ну, вот этой соуса, да? Так, соус уже закипел. Я его выключила. Здесь сливки, сыр, бекон, лук. В общем, все обжаренное. И сейчас готовятся спагетти. Барилла, моя любимая. Ура, у нас все готово. Скоро будем кушать. Тут целая фотосессия для курочки рябы. Наконец-то я
взялась за нее, потому что все руки не доходили, все красиво поставить, оформить. Так что сейчас будут фотографии красивые. Нашла даже свои сокровища для Пасхи. Это оказалась целая коробка с пасхальных сокровищ, яйца для украшения. В прошлом году мы делали, на 16 апреля была Пасха, такие вот деревянные яйца. Еще наклеек пооставалось с прошлого года, будем их в этом году тоже клеить. Еще деревянные расписные. Дети сами расписывали, заметно. Наш папа сделал пожарный, мини такой пожарный щит. Это Антохе в садик по поводу вот этих всех пожарных действий. У них теперь будет уголок безопасности в садике. Так, все, все собрались из садика. И сейчас... Вот эти кочки, которые я вам говорила, что выбили всю красную. И в такой дождь образовались такие лужи, что просто вообще. Это фон, ты тоже... Все, мы все дома. Зоя Степановна, привет. Давай, Олеся. Зоечка, а ты куда ходишь? Не, не такой большой, маленький. На танце? Давай, помогу. Ну как тебе карбонара, Маргарита Степановна? Хорошая? Это надо в котельную идти. Я могу. Только там в котельную иди, ладно? Не, я не смогу. Так а что ты тогда говоришь, что ты сможешь? Я не смогу. Коленька, это что такое, Коль? Это что такое, Коля? Скажи, мы привезли крестное сделать предложение. Пряник чуть... Маргарит, ну подожди. Чтоб он не подсох, чтоб ты... А, пряник подсох. Еще раз показываю кружку, чтобы пряник размалькивать в чае. Кружка не простая, а золотая. И тут какая даже внутри интересная. И еще и Коля, и еще и я, короче, красавец. И Коля. И сам пьян. Угу. Угу. Бутылка шампанского слишком темная. Слишком неадекватная крестная с бутылкой шампанского, знаешь. Потом это да. Та слишком светлая, а это была шампанская. Это нормальная, да? А. Компьютер нет, нельзя. Гуляем все в игрушки, а то вас слишком много. Гриша, что ты делаешь? Мне скучно. Тебе скучно, сын? Говоришь, ты считаешь, это фигня такая? Да. Развлекаешь Колю? Да. Молодец. Да. Давай еще раз скажи. Игры запрещены азартные. На отжимание? На планку, да? Да, на планку и на отжимание в дурачка. Первый раз кто у нас выиграл? Я выиграл. Все, кроме Сержуни. Да. Боже, дядя Сережа, бери девочек, нам уже мальчиков хватит. Я не могу сказать, я не сильно брал. Марго, сюда идем. И мальчиков. Марго!